Здравствуйте, меня зовут Александр Горбунов, и сегодня я покажу вам уникальный земельный участок, который расположен в шаговой доступности от объектов городской инфраструктуры, и при этом в окружении умиротворяющего ландшафта, наполненного вековыми деревьями и чистыми родниками. Адрес участка – Московская область, Раменский район, сельское поселение Софинское. Это всего 30 километров от Московской кольцевой автодороги по Новорязанскому шоссе. Продается земельный участок площадью 1536 квадратных метров, это 15,5 соток. Форма участка на первый взгляд может показаться неправильной, но это только на первый взгляд. Благодаря тому, что большая часть участка граничит с видовым склоном, наполненным в том числе взрослыми дубами и кленами, его территория от такой конфигурации только выигрывает. На большей части участка может удобно разместиться жилой дом с хозяйственными строениями, тогда как на малую часть может отлично вписаться баня или иное строение, предназначенное для приятного времяпровождения и активного отдыха, например, беседка с зоной барбекю, либо детская или спортивная площадки. Кроме лесных деревьев по границе участка, на самом участке также есть немало деревьев плодовых. Здесь есть яблони, груши и сливы. Соседний участок есть только с одной стороны. Здесь в полной мере можно ощутить пользу от плодотворного уединения. Прямо с участка можно спуститься к ручью, рядом с которым бьют ключи, наполняющие Москву-реку. Коммуникации. По границе участка есть электричество, недалеко от участка есть магистральный газ, уровни сотовой связи и мобильного интернета здесь отличные. Инфраструктура и место. Неподалеку есть лесной массив и выход к живописному берегу Москвы-реки, где можно купаться и рыбачить. Украшением Софина является храм великомученика Никиты, который расположен недалеко от берега реки. Всего в 5 минутах от участка есть вся необходимая инфраструктура, в том числе школа, детский сад и несколько сетевых магазинов. Там же расположена автобусная остановка Софина, дом 16, от которой на транспорте можно доехать до станции метро Кузьминки. Маршрутные такси отправляются от остановки каждые 20-30 минут. Рядом с поселком есть несколько больших складских комплексов, где много рабочих мест, поэтому ликвидная недвижимость в округе всегда будет пользоваться повышенным спросом. Не откладывайте свою жизнь на завтра, звоните мне уже сегодня, и я с радостью покажу вам этот участок.